В Тобольске на реке Иртыш задержали 61-летнего мужчину, который занимался незаконным ловом рыбы ценных пород. В ходе осмотра правоохранители обнаружили в лодке плавную донную рыболовную сеть и одну особь сибирского осетра. Рыба была изъята полицейскими и выпущена в естественную среду обитания. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсом, составил более 480 тысяч рублей. На сегодняшний день в Тобольском районе составлено около 8 уголовных дел. Из них именно по краснокнижному осетру это 3. Это именно что составлено именно рыбоохраной, то есть нашим подразделением. Также уголовные дела составляются транспортной полицией. У них тоже порядка 10 уголовных дел составлено. За вылов одной особи краснокнижной рыбы рыбаку-любителю грозит уголовная ответственность и штраф до 1 миллиона рублей.